Всем привет! Ну что, девочки, узнаете дизайн? Конечно же, Dimensions, Birch Point. Недавно вам показывала историю этой схемы и решила, ну раз вот я уже как бы участвую в этом марафоне, как говорится, сама судьба велела, нужно начинать этот процесс. Я вам показывала, что ниточки у меня, в принципе, все собраны. Часть ниточек Dimensions из наборов я потихонечку собирала. Вот они. И часть ниточек у меня DMS. Тоже вот на колечке, как я люблю. Часть вот просто в бобинках, не перемотанные. В общем, вот такие вот у меня ниточки. Единственное, мне не хватало канвы, потому что здесь идет такая темненькая канва Аида 18 каунта. И я наконец-то, мои руки добрались, и я покрасила. У меня есть очень большой такой кусок, я покупала где-то 1-2 метра или 1,5 метра канвы Цвайгард 18 каунта. Она немножко такая бежевого цвета под дизайн Dimensions. Ну а этот дизайн здесь, он вышивается на такой темной аиде, как у Мэгги, как у Макса. У меня такого кусочка не было, и я решила покрасить, и красила, как вы понимаете, чаем. Не такой темный цвет получился, но мне нравится. Он такой теплый, теплый осенний оттенок. Немножко, наверное, винтажный. Сейчас очень сильно отсвечивает солнце, я у окна, поэтому не знаю, что покажет камера. Вот так. Ну, может быть, далеко даже лучше. Я померила. Единственное, что края я еще не обработала. Естественно, надо, потому что осыпается. И буду приступать. Мне кажется, цвет получился удачным. Будет такой не холодный осенний день, а теплый осенний день. Вот, наконец-то я приступаю к этому дизайну и покажу вам сейчас мои первые крестики. Не знаю, откуда буду вышивать. Обычно вышиваю или с левого нижнего, или с правого нижнего угла. Посмотрю, где у меня лучше схема, четче, оттуда и начну. Увидимся через минуту. Девочки, у меня идет тут творческий процесс, разбираюсь со схемой и с ниточками. Еще у нас резко поменялась погода, с тепла на холод, и я немножко простудилась, поэтому вот сижу, пью горячий чай, немножечко лечусь. Итак, я посмотрела по схемке, начинается у меня здесь левый нижний угол с значка такой, как бы цифра бесконечность, значок бесконечность. Схема очень мелкая, нужно будет все-таки ее увеличивать. И этот значок у меня есть, ниточка Dimensions, но ее мало, поэтому нужно будет докупить ниточку DMS. Этого цвета у меня не нашлось. И я начну с рядом стоящего значка, вот такая буковка E. Этот цвет у меня есть, и начну свои первые крестики оттуда. А потом докуплю необходимые мне недостающие ниточки и буду вышивать уже в полном составе. И первыми у меня вышились не крестики, а полукрестики. Вот здесь у меня точка отсчета, где у меня будет другой цвет, которого у меня сейчас нет. Ну а чуть выше я приступила к полукрестикам. Да, схемка очень-очень мелкая, очень тяжело вышивать, нужно будет поскорее ее увеличить. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.